Вот деда Мамас. Да. А вот деда Витя. Два деда без велосипеда. А вот молодежь сидит вся. Все сидим, ждем-с. А Кейден нас развлекает. А малыш прыгает. Хопчикс, как сказала бы бабуля, ягоза. Хопчикс. Вопрос задам. Че, как ты? Ощущения у тебя? Ощущение свободы. 14 лет. Каторги. Ну, классно. Свобода. День независимости. Сегодня у Никиты день независимости. Свобода, Никита, воспримет радостно ухода. И братья меч вам отдадут. Есенин. Да. Ну что, мы Никиту нарядили. Что, они застегнули? Смотри, сам. Надо не. Дробой ездили. Стоим, ждем его учителя. Ты его не видишь, нет? Видишь, с татуировки. А одет он в что будет? Ну, бородатый, я не знаю. Ну, он есть один бородатый, лысый. Не он, а кто? Красный? Синим. Нет, нет. Вроде не он, да? Нет, не он. Волнение есть? Чего? Волнение. Нет. Свобода, нет. Только свобода. Отлично. Отлично. Мы зашли в лифт, едем вниз. Учителя Никиты встретили. И Никита сейчас покажет, куда идти, да, сына? Да. Ну, спасибо. Это для меня. Не лепишься, да? Что, ты, сына, без меня пойдешь? Да. Ты уже знаешь, куда, да? Ну что, это да. Я, да. А, там же стейдж, да? Да, да. Давай, подожди. Что? Давай, я тебе руку пожму. Давай, сына. Пацанчик, который на вилчер ехал. Я думал, это Никита. Я думал, это Никита, они так похожи. Да. Оба в очках такие. Я еще думал... Сзади волосы, все как Никита. Yep. Я думал, Никита, а волосы. Конкретно.